Всем привет, дорогие друзья! Начинаем свой очередной обзор. Сегодня у нас подходы, и начинаем мы его с теплотрассы. Посмотрим, какие здесь дела. Ну, сейчас мы чаще сюда стали наведываться с вами. Ну и вот посмотрите. Вот плавненько. Под теплотрассой, ну так, по факту 3 нитки, ну а так можно посмотреть и 4 вот там. Уложили, уже начинают укладывать, ну там разрыв еще, и почти под эстакадой вот этой теплотрассы две нитки сходятся в одну, ну можно сказать 3, а может и 4. Ну и вот мы летим с вами к месту, где собирают армокаркасы. Здесь такой небольшой участочек сделали для сборки армокаркасов, которые вставляются в скважины забуренной вот бурильной установкой под опоры, под опору надземного пешеходного перехода. Ну и вот посмотрите, станок там закончил свою работу, 5 свай забурил, забетонировали их и переехал на новое место. И уже здесь отработал одну сваю, как раз вот хорошо видно. Погрузчик грунт убирает и вывозит его между путями. Ну, там еще укрепительные работы нужно будет провести. Ну, факт тот, что... Ну, интересно, посмотрите, он совсем в другом месте. Вот если там он одну опору, под одну опору забурил, 5 свай, и на другой стороне вот откос начали грунт снимать, а это дальше. В плане 2 пешеходных перехода, если он здесь, то почему так близко они между собой? Ну, не знаю. Ну вот, полетим с вами дальше, пока посмотрим. Здесь начали укладывать 5-й путь. 1, 2, 3, 4. И вот он, 5-й, портальными кранами. Рельсы устанавливают, шпалы накидали уже. И теперь к ним рельсы. Вот здесь теперь четко все проясняется, проявляется, как все вот видно. Готовые РШР лежат. На втором пути, если считать слева. Посмотрите, сколько там решетки сшили уже. Вот это все пойдет на мост. Только грузить успевай. И вон вдалеке стоит путеукладчик керченский. Как сирота один там стоит себе. Уже давно его не задействуют в работе. Работает таманский путеукладчик. И как мы сегодня, вчера с вами видели, 6 вагонов. Ну, вагонов 12 по факту, да. Один пакет под рельс 25 метров. Ну и 2 вагона. Ну, будем говорить, 6 пакетов привез, плюс 3 забрал, еще лежали в шумзаборе. Ну а мы вот с вами смотрим досмотровый комплекс, и посмотрите, как правильно заметил один из моих зрителей, вот этот передвижной рентген, как его правильно назвать, передвижной рентген, рамка собрана, и он просто стоит. Это говорит о том, что неужели заработал досмотровый комплекс стационарный. Ну, пока не замечено в него машин. Подъехал автобус на досмотр. Вот, пока машина, наверное, в очереди стоит, а затем и автобус пойдет. Ну, здесь все. Работы идут. В основном с этой стороны идут отделы облагораживания территории. Ну, а мы вернемся с вами обратно и посмотрим. Вот бетононасос стоит и бетонирует. Видимо, вот насосная камера какая-то будет, потому что от емкостей туда подводят трубы. 5 емкостей или емкостей уже опущены в котлованчик и теперь подлежат засыпке скоро. Ну, пока вот строят, вот еще одна лежит, гляньте. Пока вот строят монолитную и насосную, наверное, рядом вот с ними. Посмотрели, летим дальше. Вокзал Керчь Южная, армируют плиту
фундаментную. Ну, вот уже, видите, по торцам поставили опалубку и плиту, пока армируют, пока не заливали ее. Ну, вот если только вот этот кусочек залили, вот ближний к нам, ну, там пока еще ничего, армируют. Ну, и вот с другой стороны посмотрим, вот станок стоит. Интересное дело, рядом с ним прям стоит бетононасос. Сейчас как каркас туда опустят, и сразу вот, наверное, через него будут бетонировать. Сбоку вот подвезут, тросом подтянут его, и он сам подымет этот армокаркас и опустит скважину. Ну вот смотрите, здесь я посмотрел, нету вот уступа, он гораздо ближе к шоссе Героя Сталинграда вот стоит. А предыдущую забуривал сваи, он туда вот дальше, ближе к эстакаде теплосети. Ну вот, потихонечку все секреты раскрываются. Вот одну скважинку забурил он. Ну, может быть, знающие люди прояснят нам ситуацию. Ну, посмотрите, вот откосы. И вот, видите, вдалеке, вот тут разрабатывали грунт на откосе. И посмотрите, как красиво, аккуратно сделали. К нему песчаную насыпь делают. Вот экскаватор работает. Что же там будет, интересно? А откос тут такой солидный был. И вот даже здесь не ставили шумзабор, такой разрыв в шумзаборе. Интересно, вот что же будет. Ну, это как раз вот напротив. Видите, вон 5. Раз, два, три, четыре, пять свай. Но сейчас мы поближе к ним прилетим, посмотрим. Здесь экскаватор работает. Вот грунт, вероятно, вот как перевозят погрузчиком. Плит дорожных настелили через железную дорогу, чтобы можно было ездить машинам. И вот, посмотрите, 5 свай уже их копали, сделали типа фундамента, котлованчика такого. И теперь нужно будет разбить бетон, верхнюю часть, чтобы выпуска остались, и типа армировать опору саму. Ну, там монолитная плита сначала будет, естественно, а потом колонна, если вот так правильно назвать. Ну, вот еще раз посмотрим. Вот выемка какая произошла здесь. Довольно-таки серьезная. Здесь откосы уже красиво, все облагорожены. Ну, еще раз подлетим. Вернее, не подлетим, а покрутимся вокруг своей оси. Посмотрим, вот здесь сейчас основные работы идут на новом парке Керчь-Южная. Здесь армируют, каркасы делают. Так что занимается каркасами, бетонированием 46-й отряд. Вот погрузили, видите, на низкорамник очередной армокаркас. И теперь он поедет к буровому станку. И тут его погрузит в скважину. Ну и вот здесь тоже мы немножко с вами ускорились, чтобы посмотреть, как бегают. Ну вот, теперь проясняется, а то вот сколько шума было, что нету переходов, как будут добираться до станции, до вокзала пассажиры. Ну и вот теперь проясняется, что переход готовится вот в левую сторону. И, вероятнее всего, там будет подъезд. В принципе, там уже есть дороги, но нужно их только облагородить, расширить. Ну, а мы с вами поднялись повыше и посмотрели, как железную дорогу уходит в сторону тоннеля, в сторону южного портала или входа в тоннель. Перескакиваем с вами на другое место.
И вот смотрите, паром Победа, давно мы его не видели, а он все вот бегает туда-сюда. Ну, правда, вот вернулся он, наверное, давно я его не видел. Может быть, на ремонте стоял, на профилактике, но вот уже какой, несколько дней я его вижу, может, второй, третий. Ну, главное, вот он ходит. Ну и вот посмотрите, прошел он, и здесь вот стоит путеукладчик. То, что мы видели с вами в вечернем, вчерашнем ролике. Ну, а это я снимал вечером, уже довольно-таки поздно, около 8, может быть, там без нескольких минут 8, можно определить по солнцу, видите, оно уже практически зашло. И вот всю эту массу, весь этот большой состав, получается, уложили. Два звена осталось, ну вот многие пишут там в двух пакетах по 6 звеньев. Ну правильно, два звена в каждом из пакетов просто перевернуты рельсами вниз и работают как направляющие, по которым весь пакет из 5 штук перевозят с одного вагона на путеукладчик. Они не укладываются на мосту. Вот 5 уложит, а 6 так и останется лежать рельсами вниз. Ну и вот странник наш. Каждый год он сюда прилетает, и в том году был. Люди его подкармливают, один. Вот что значит, наверное, лебединая верность, как в песнях поется. Вот змей знает, интересно, откуда он прилетает тут. Змей к нему неровно дышит, к этому лебедю, он его гусем зовет почему-то. Ну, правда, это гуси и есть гуси. Гуси-лебеди, даже сказки есть. Кого там, Иванушку-дурачка они утащили. Ну, вот здесь тоже. Или не дурачка, а просто Иванушку. Ну, вот здесь то же самое, наверное. Ну, и вот, смотрите. Посмотрели, и путеукладчик переезжает, и сейчас... заключительную на сегодняшний день звено заключительное уложит, и можно будет посчитать, на какой опоре закончили укладку рельса шпальной решетки. Да, как мы видели, 825 метров было в составе, ну, не знаю точно, все ли уложили. Ну, вероятно, что на Керчь Южная, вот мы с вами полетали, там, по крайней мере, в вагонах нет звеньев. Ну и заметили, что самих вагонов нет. Вероятнее всего, что вот последний вагон перетянули на путеукладчик, и возможно, что вагоны вместе... Хотя, если они уехали на Тамань грузиться, путеукладчик здесь, чем же они будут грузиться? Но на Керчь Южный его не было. Куда же он тогда делся? Там стояли два пустые вагона, но это вагоны от керченского путеукладчика. Непонятно. Ну и вот, укладывает он все это дело на место. Вот, можно посчитать любителям статистики. Александр Михеев, наверное, посчитает и скажем, на каком пролете, под середину пролета, закончилась укладка рельса шпальной решетки. Вот, специально веду медленно. Наверное, знает, напишет нам. Ну, а возле... 253 и 252 это фарватерные опоры, большие и мощные. Продолжается демонтаж рабочего моста. И вот хорошо видно, что уже несколько пролетов демонтированы. И идут работы по извлечению труб из воды. Там работают водолазы, обрезают и вытаскивают на плот. Ну и вот с этой стороны, конечно, поменьше сделано. Но хотя тоже работы идут. Вечер, уже, видимо, рабочий день у водолазов закончился, поэтому мы там никого не наблюдаем. На этом все, дорогие друзья. Вот такой получился сегодня ролик.
Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. И всего вам хорошего и до новых встреч!